Чара, на место. Чара, на место, на место, Чара, на место. Коля? Николай, ты какими путями? Здрасте, Иван Савич. Здорово, здорово, Николай Ильич. Здорово, дорогой, здорово. А ты чего приехал? А? Чего? Навестить бывшего начальника? Или дело есть? Ну да, хотелось увидеться. И поговорить. Увидеться? Ну что ж, входи, входи. Чара, фу, на место, на место, на место. Проходи, не бойся, проходи, она не тронет. Не ждал. Ну, молодец, молодец, что старого друга навестил. Старый друг лучше новых двух. Да, и сейчас дружить-то не с кем, по нашим годам и невозможно. Да и с кем? Сидят за заборами, как крысы. Ладно, пойдем. Пойдем, я тебе свое, так сказать, подсобное хозяйство покажу. Вот мое владение. Вот я вам посадил. Вот красавица мои, хорошие мои. Ух, жучье проклятое. Ну откуда они только берутся? Вот там у меня смородина, тут у меня крыжовник, тут у меня все расположено. Вот. Огород, тут лучок свой, капустка, чесночок, огурчики, помидорчики. Вот ты приехал, у меня все свое. Все свое. Дом у вас отличный. Эх, дом хороший, хороший дом. 4 комнаты внизу и 2 вверху. Одну сдаем. Сдаете? А что пропадаешь? Хорошие люди, хорошие. Че зря пропадать? Без детей. Так что. Пойдем, я тебе эту штуку покажу. Пойдем. Вот, видишь, скворечник. Вот, видишь? На сосне. Вот. Скворцы там жили. Вот. Вот птицы, вот труженики. В прошлом году одна семейка жила у меня, ну, я не нарадовался. Ну, а потом зимой воробьишки заняли, скворечник. Ну, думай, пусть живут, что они мешают. Весна пришла, они, а тут никак. Вот жидовье племя, ну, не могу выгнать. Я их хоть так и сяк и палками ни в какую. Я уж травленную там зерна подсыпал, передохли. Ну, а я пока чухался, а скворцы все-то и порасселились. Ну, а я-то начинаю их приманывать, один тут летает. Соседнего участка. Ну, чё-то ему не нравится, понимаешь? Посидит так, головку покрутит, 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 улетит. Я уж покрасил там, соломки подстелил, вычистил. Не живут. Не знаешь почему? А? Нет, я в птицах ничего не понимаю. Жаль, жаль. Птицы. Птицы это... Это, брат, украшение жизни. Ну, пойдём. Ну вот он, домишко. Да, дом-то хороший, ну и забот с ним. Не говори, а там мой гараж. Заходи, заходи, не бойся. Чара на место, голубка. Проходи. Вперед, Чара, вперед, проходи. На место. Кактусов сколько. Иван Савич, зачем столько? Зачем, говоришь? Тапочки надень. Спасибо. Да, колючие, колючие, противные. Да уж, чего хорошего. Я тоже, брат, раньше так считал. Да ну что это, ну что это, сорняк, ну гадость. А теперь это за приличное растение выходит. Да, считается. В моду вошло. Где это? Ну где, ну ты даешь, где? Ну у нас, где я живу? Народ наш так считает. Они теперь в каждом доме стоят. Не понимаю, чего красивого? Не понимаю. Не понимает. Ну, подожди, подожди. Вот как ты думаешь, вот сколько этот стоит, а? Сколько? А. Полтинник больше не дам. Полтинник? А десятку не хочешь? Сколько? Десятку! С ума сойти. Вот так вот. Ну, раздевайся, раздевайся. У меня их здесь, ну, 1000, а 1500, да, не меньше. Я их из горшочка в горшочек пересаживаю, а через пару лет продаю. И людям приятно, и мне полезно.
А деньги никогда не помешают. Хочешь, дам пару на развод, а? Нет, мне это ни к чему, Иван Савич, спасибо. Эх ты, равнодушный ты к природе, равнодушный. А Симе никаких хлопот-то не нужно. Раз в неделю поливать и все. Вот смотри, вот у меня график поливки цветов. Вот, пожалуйста. Сегодня 8-е, 8-е. 8-е, вторник. Сегодня вот полить надо и все. Ну, хочешь? Да вот что интересно. Вот гадость, гадость, колючки. А вот их надо всегда ставить в одном направлении. Только. Это, брат, не люди, которых можно поворачивать куда хошь. Эти сразу завянут и погибнут. Знаешь, да? Не хочешь? А вот посмотри, какие пушистенькие, а? Это ровесники моих близняшек. Это вот Ризонька, а это Наденька. Хорошая память, хорошая. Да, хорошая, хорошая. Какая рукавичка, да? Ну, не хочешь, значит? Нет. Ну, ладно, пойдем. Пойдем. Чара, место. Место, место. Ты входи, входи. Чара, лежать, лежать, Чара, лежать. Ух ты, какая красота. Это мои внучки балуются. Вот здесь вот и... провожу свой век, коротаю. Да, уютно, очень уютно. Так вы здесь круглый год живете? А чего не жить? Электричество есть, газ есть, свет есть, печка есть, подвал есть. А-а-а. В подвале кое-что по мелочи есть. Живи не хочу, садись. Садись. А вот теплоцентраль скоро про... О, брат, 3 звезды. Армянский. Ну-ну. Теплоцентраль скоро проведем. Вот народ стал у нас. Ух, лентяй, ну лентяй. Кнута на него нет. Вот мы втроем хребет ломаем. Физик один, еврей, вот умный мужик. Ох, сними ухо востро надо держать, и я дурак. Остальные мамки ждут, ничего не хотят делать, ничего. Вот возьми, а? А? Ну ладно. Дома все хорошо, да? Ну, на работе как? Дома-то хорошо. На работе неприятность. Да? А ты что, сейчас там работаешь, на заводе? Да там, где же еще? Что ж ты, офицер, капитан, и такую, понимаешь, допускаешь вещь, быть рабочим. Надо имя свое беречь. При царе-батюшке то этого не бывало, там это запрещалось. Там имя офицера берегли. Так кто при капитализме, а у нас классовая система. Классовая система. Иди помоги, классовая система. Кстати, у нас очень много отставников работает. Да? Держи. Даже один генерал есть. Да? Генерал, говоришь? Ну? Ну, а я хоть полковник, работать не хочу. Хватит, наработался. Я лучше цветочки буду выращивать. Вот так вот. Ну что, какие неприятности у тебя, а? Упрекнули меня, ага, что в лагере служил. Ну да. А я в морду дал. Ну да. Ну и что? Что? Обиделся, значит, да? Отстранили меня от работы временно. Я к парторгу ходил. Да? Он против. Говорит, чтобы извинился. А, извинился, говоришь? Ну да. Ага. Ну а кто тебя упрекнул-то? Да наши ребята из цеха. Рабочий класс, значит. Гегемон. Да. Вот приехал посоветоваться. Вот как? Посоветоваться? Пухов уходил. Ну нашел кому ходить, дурак дураком, уж холодное. Он поди все пишет, все, да? Пишет, все пишет. Пишет, пишет. Идиот. Вот идиот, из-за таких весь сыр-бор горит. Я бы таких бездетных и язников никогда бы на высокие посты не ставил, особенно правительство. Весь народ перекалечит. Ну и что он? Что он говорит? Петрова ругал. Говорит, перекинулся. Да? Идиот. Петров. Да Петров, Юрка, парень, что надо, русская душа. Никогда не продаст. Это наш человек. Ну ладно, черт с ним. Давай выпьем. Эх, давно не пил. Не жалей, лей.
Ну? До встречи, Николай Дмитриевич. Ваше здоровье, Иван Савич. Давай. Чаров, чего ты меня так смотришь? Ну-ка, иди сюда, иди сюда. Иди, моя дорогая, иди. Ну, помнишь ее, да? Неужели это та самая Чара? Ну, та самая. Старуха сказала. Ну, ладно, иди. Иди на место, иди на место. Место! Отлично службу несла. Отлично. Эта собачка знала свое дело. Лежать. Лежать! А ведь придется тебе, Коля, извиниться. Надо. Это еще почему? Почему? Да. А хочешь, расскажу тебе одну байку? Ну? Значит, дело было в Вене в 45-м году. Один полковник, танкист, герой. Любимец всеобщий. Молодой, 30 не было. Остановил машины, которые везли барахлишко. Ну, знаешь, меблишку, картинки. Ну, победители. Ехали. Но он должен был сообразить, что там не солдаты едут, а он нет. Умный вроде бы мужик был, говорят, ну как потом мне докладывали. А он нет, ну давай, на голый принцип, принципиальность, ни в какую, туда, сюда. Ну и через какое-то время недобитые фашистские молодчики его случайно убили. Угу. Я вел это дело, нашли мы двух немцев. Они все признали, дело закрыли, и все. А полгода назад я этого человека, который убил полковника, встретил. Не сам Коля убил, не сам. Но, так сказать, был в курсе. И что вы? А что? Я дураков не люблю. А иногда их жалею. Того полковника тоже жалею. Коля, надо, надо извиниться, надо. Такое время пришло. По морде-то бить раньше надо было. Раньше, да не так. А сейчас поздно. Ну, Иван Савич, не ожидал я от вас такого совета. Не ожидал. Дело-то ведь правильное, принципиальное. Какое? Принципиальное. Принципиальное. Будь здоров. Ты музыку любишь? А кто ж ее не любит? Тогда погоди. Слышь, кто поет? Ну, Русланова кто? Люблю. Вот баба, вот сила, вот русская душа. Ты знаешь, она у нас сидела? Да, знаю. Ну, знаешь, а вот не знаешь, что к 30-летию вызвал к себе и говорю, Леда, пой. Она, не хочу. Как не хочу? А вот так, говорит, не хочу. Я, говорит, птица в клетке не поет, а? Вот баба. Ну, я ее, конечно, и карцер засадил, чтобы спела. Но люблю сила, потому что есть душа, есть. А сейчас-то что творится, Коля? Недавно тут встречаю одного, тоже у нас сидел. Да, костюмчик, и все в порядке, видать, к жизни приладился. Ну, я ему говорю, здорово. Он говорит, а я вас не знаю. Ах ты, думаю, такой сякой, я ж тебе покажу Кузькину мать. Ну, я его расколол, а ничего, не хочет здороваться, здоровается. Не хочет улыбаться, а улыбается, не хочет признавать. Признает.
признаю. Я его даже поцеловал в засос. Хотя и ненавижу это лизание. Это Никитка ввел. Почему это называется ленинскими нормами? Почему? Ленин вроде интеллигентный человек был, не целовал с мужиками. А в школе-то что делается, Коля? Недавно меня пригласили в школу. Ну, я пришел, значит, надел все. Во-во. А они хихикают. Хихикают молодые. Ну, я их выстроил в ряд. И рассказал им, как мы им счастливую жизнь строили. Полчаса патриотическую речь. Я думаю, меня пузырь лопнет, а и вы писать на уроках будете. Я вам покажу, как родину любить. Они меня запомнят, мальчики и девочки. Налей. А знаешь, кто во всем виноват? Во всем этом раскардаши, в этой... Знаешь, кто? Кто? Но только между нами. Только между нами. Вот кто! Ну? Узнаешь? А, то-то. Великий вождь и учитель, генералиссимус. Этот портрет у меня в кабинете висел, я его сюда привез. Ну, так это ж он нас продал. Он только о себе думал, понаставил по всей стране этих идолов. А он умер, и мы что? А мы причем остались, одних выгнали, другие на пенсию. И остались при разбитом корыте, так что ли? 3 года прошло, и все, да. И весь твой порядок полетел к Идрене Фени. Письмо о культе, и все. Так зачем же, спрашивается, мы столько лет грех на себя брали, по лезвию ножа ходили, столько народу-то перепортили, Коля? Что ж ради этой пенсии жалкой, этих копеек? Великий вождь и учитель, кто бы мог представить, 3 года и все. Все развалилось к Идрене Фени. Все. А мы вам так верили, товарищ Сталин, как мы не верили себе. Смена не мог себе подготовить, а потому все о себе думал, о себе все думал. Памятники ставил. Лаврушку, что ли, свинья в пенсне, который окружил себя лизоблюдами в Москве. Да на пьянках тосты говорил, да баб портил, сволочь. Легко отделался расстрелом. Он бы ко мне попал, он бы у меня все признал. Ой, Коля, сколько ж мы народу-то перепортили. Сколько ж мы народу уничтожили. Зачем? Ну это же бесхозяйственно, это же глупо. Ну ладно, этих партийцев черт с ними. Они сами друг другу горло перегрызут из-за слова. Эти, которые попадались ко мне с этими за мировую революцию, да за сплошную коллективизацию этих, я не жалел. Но интеллигентов-то зачем ты это гробил? Зачем? Ради чего? Специалистов-то, работников-то? Их же готовить надо. На это время надо, деньги надо. Ну, считать же надо. Ну, хорошо, ну не так они орали, ура. Ну, не лезли в политику, боялись тебя, потому и не лезли. Ну, так надо же все-таки понять, это же интеллигент. Это же интеллигент. Ну, у них же должен быть какой-то свой гонор. Ну, оставь им хоть немножко-то. Оставь немножко. А они орать будут. Так нет, этот гуляй. Тех туда, этих сюда, специалистов сюда, инженеров туда, командармов в рот. Всех дави! Догулялся, ядрить твою в качель, что чуть-чуть от Гитлера отбились под твоим чутким руководством, учитель. Я бы его из этого самого, из кремлевской стены, за ноги вытащил, чтоб духа его там не было. А в горе бы такой кол вколотил, чтобы навеки была память. Да, Чара, да. Погано. Так может быть,
И нас туда же. Чтоб и нашего духу не было. Иван Савич. А мы еще понадобимся. Вот поверь моему слову. Мы пока на пенсии. А если что, мы тут. Ну, если там враги народа, космонавты, космополиты, врачи, агрономы. Они никогда таких кадров нигде в мире не найдут. Молодежь образована, но ни опыта нет. А мы с тобой мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Вот мы с тобой и есть тот бронепоезд. Значит, опять к стенке. Опять кровь. Какая кровь? Какая? Которая на тебе и на мне! Мы с тобой от четырех глаз. Я тебе рассказывал про цветочки, кактусы и собачку. И ты был пьян. Ну чё смотришь? Чё смотришь-то? Не видал, что ли? Чара-фу, фу, чара-фу. На место. Скурвился. Ну что? Thank you.
Сталина ушел от нас человек, самый близкий и родной всем советским людям, миллионам трудящихся всего мира. Великий зодчий коммунизма, гениальный вождь, наш родной Сталин оставил нашей партии и стране великое наследие, которое надо беречь, как зеницу ока, и неустанно его умножать. Кто не слеп, тот видит, что великий Сталин воспитал и сплотил вокруг себя на горку испытанных бояв руководителей, на плечи которых пала историческая ответственность довести до победного конца имя Сталина. Прощай, наш учитель и вождь, наш дорогой друг, родной товарищ Сталин. Вперед по пути к полному торжеству великого дела Ленина Сталина.
За тебя, Алеша. За тебя, друг. Здравствуй, папа. Здравствуй, сын. Извини, я опоздал. Да нет. Это я раньше пришел. Я поздравляю тебя. Сегодня твой праздник. Я очень виноват перед тобой. Извини. Я был неправ. Прости меня. Ты что делаешь, Лёшка? Я честный человек. Одна правда человеческая, другой нет. Ты можешь стать хорошим человеком, чтобы тобой гордились мать, твоя сестра, твои товарищи, твоя будущая жена, дети. У тебя для этого все есть. И запомни, твой отец честный человек. А теперь иди. Иди. Не оглядывайся. Звезда любви приветная, ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Ты у меня одна заветная, другой не будет.
будет никогда. Звезда любви, звезда приветная. Ладно, забыл. Спасибо вам. И вам спасибо. Папаша, а папаша, а? Может, и домой пора? Да нет, не пора. Подожди, я вспомню. Папаша, нам поговорить надо. Ну, хватит. Да вы не обращайтесь, он так шутит. Пожалуйста, продолжайте. Да нет, я понимаю, поговорить надо. Я понимаю. Ну, посидите еще. Да нет, я пойду. Спасибо, ребята, вы уж извините. До свидания. Спасибо вам. С праздником. С праздником. И вас тоже с праздником. Ну, ребята, если что, вы уж там покажите. Что? Ради бога, простите. Ради бога! Все, да все, уходите, ухожу. Все, это ваш? Выведите. Уйди отсюда! Надоел! Надрался, мужик! Надрался, иди! Ну что ты, людям портишь настроение? Да выведите его! Ну, выведите, выведите. И выведем. Ну, что ты орешь? Ну, идите сюда. Ну, выведите, выведите. Ну, ты толстый, толстый. Иди сюда. Да милиция-то вызовет кто-нибудь или нет, а? Милицию. Из милиции не можете. Да нахрена вам демократия? Под столом баб щупать, что ли? Быдло. Я тебе покажу. Трусы! Я сейчас выйду! А интеллигенция где? Тебя! Где интеллигенция, а? А молодежь! Надежда нации! Где молодежь? О! Идут! Хорошо! Молодцы! Давай! Ну! Давай, давай! Что так? Оседла! О! Взяли! Взяли, молодцы. Ну, сволочь, я тебя предупреждал. Получил. Уберите его. Уберите его. Сколько вы можете? Толстый. Иди сюда, я тебе ударю, толстый. Иди, я тебе ударю. Ребят, у меня же сын такой же, как вы. А мы, дураки, деремся. Ну, давай. Мы деремся, они смеются. Давай. Это же тараканы. Мы будем драться, держи, они давай. Будут смеяться. Все. И портить наших женщин. Они же всю Россию потопчут. Ну, все, ребят. Все. Порядок. Все. Не больно? Не. Ну что, брат? Нос цел? Цел. Ну вот. Это главное. Все заживет. Ты прости, ради бога, не обижайся на меня. Ну, не обижайся. Вы ж мои сыновья. Я ж потому дрался, чтоб вы мужиками были. Мой Лёшка за это погиб, друг. Ладно, ты мужик хороший, только драться больше не надо. Все, обещаю, больше не буду. Ты меня тоже прости, ради бога, не обижайся. Мы тебя прощаем, только держись. Я держусь, ребята, ну, я держусь. Держись. Что здесь происходит? Стоять! Смирно! Что? А ну, пройдемте со мной. Ага, сейчас пройдемте, я с вами... Пройдемте. Пройду! Ребят, помогите!